Впервые за много лет в новогодние каникулы в Саратовской области обошлось без пострадавших от пиротехнических изделий. Не зафиксировано ни одного случая вызова скорой помощи к любителям фейерверков. А вот врачам помощь понадобилась. Об этом говорили на пресс-конференции, посвященной последствиям новогодних праздников в регионе. На Украинской двое мужчин напали на бригаду скорой помощи, которая следовала на вызов. Вот после того, как водитель посигналил, чтобы не совершить наезд, они набросились на водителя, его избили. И второй случай, это был 10 января, на Ростовском проезде, при выполнении вызова к женщине с травмой нижней конечности, во дворе дома, тоже неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на бригаду скорой помощи, нецензурно выражался, угрожал, в результате чего он нанес повреждение транспорту, и автомобиль пришлось снять с линии. Полицейские обещают привлечь хулиганов к ответственности и обеспечить безопасность врачей, дежуря по вечерам в больницах и сопровождая пьяных пациентов во время вызова скорой. А в общем, новогодние каникулы в Саратовском регионе прошли спокойно и без особых эксцессов. За эти дни праздничные, начиная с 31 декабря, чрезвычайная ситуация на территории области не зарегистрирована, не было серьезных происшествий. Социально значимых происшествий также не было. Это подтверждает и статистика. За первые 11 январских дней в регионе произошло 76 пожаров. Это на 11% меньше прошлогоднего. Количество погибших 13 человек, тоже уменьшилось на 7%. Такая же тенденция по количеству ДТП и алкогольных отравлений. В больницах Саратовской области продолжили встречать Новый год 720 нетрезвых граждан.